Итак, дорогие зрители, мы с вами ворвались на территорию замка Хохеншвангау и вновь Вайнштайн. Сегодня нам повезло. Почему? Потому что мы зарезервировали билеты заранее и не приехали, как позавчера. Постояли в очереди час бесполезных и никуда не попали. Сегодня мы точно попадем в замок. Могу вас в этом уверить. Хотя... Поглядим. Но, к сожалению, сегодня замок Хохеншвангау закрыт для посещений, так как он находится на реставрации с вчерашнего дня. Так что позавчера надо было, наверное, пойти. Но у нас не было сил стоять в очереди, мы поехали. Куда мы поехали? Мы на студию Бавария. Да, который мы получили. Итак, с левой стороны вы можете наблюдать этот потрясающий замок Хохеншвангау. Замок, который король Людвиг построил, будучи еще вменяемым, или нет, не знаю. В общем, король Людвиг обожал Вагнера, и в этом замке часто Вагнер часто играл ему свои, кого он там свои играл ему? Произведения, скажем так. Сейчас мы будем тут фототься, так что подождите пару секунд.